8 сентября прошло очередное заседание административной комиссии, цель которого – снизить случаи правонарушений в Десногорске. Это первое заседание в сентябре месяце. На рассмотрение административной комиссии поступило 18 протоколов об административных правонарушениях. Из этих дел 4 по несоблюдению тишины. По нарушению норм благоустройства, в первую очередь это неправильная парковка, было представлено 14 протоколов. Газоном там ездит, поэтому там не растет трава, потому что там все задействовано такими же владельцами транспортного средства, как и вы. Оправдывая свой поступок, многие водители ссылаются на невозможность парковки по правилам из-за того, что инфраструктура некоторых дворов находится в плачевном состоянии. Для этого горожанам предлагается вступить в программу «Комфортная городская среда». Как это делать, описано в брошюре, которую выдавали каждому нарушителю. 7 шагов основных, что необходимо сделать жителям домов, для того, чтобы их придомовая территория была включена в проект. Здесь они изложены. По рассмотренным 8 сентября правонарушениям были вынесены денежные штрафы от 2 до 4 тысяч рублей.